Сегодня память жертв ходжалинского геноцида почтили и участники вебинара «Пережить ходжалинскую трагедию. Надежды и стойкость», прошедшего по инициативе азербайджанской общины США. Посол республики в Соединенных Штатах Элин Сулейманов отметил, что трагедия в Ходжалы стала печальной страницей в истории Азербайджана. Дипломат подчеркнул, что этническая принадлежность не является поводом для войны, и азербайджанский народ готов жить в мире. В онлайн-встрече приняли участие и свидетели актов этнической чистки азербайджанцев как в Ходжалы, так и других населенных пунктах, совершенных во время Первой Карабахской войны. Внимание участников мероприятия были представлены кадры, снятые азербайджанским военным журналистом Чингизом Мустафаевым, благодаря чему мир в 1992 году узнал правду о событиях, произошедших в Ходжалы.